первичный обзор базы отдыха «Прибой». Не здороваюсь, потому что уже сегодня два раза здоровалась. Вот по этой трассе мы приехали с трассы, которая Саки-Евпатория. Вот здесь ходят маршрутки местные, остановки, где можно сесть. Вот остановка, можно сесть, уехать в Саки, может куда-то еще, не знаю. Вот оттуда мы приехали. Туда дорога ведет, если ехать далеко-далеко, то там Новофедоровка. А вот это вот база отдыха «Прибой», в которую мы заехали, в которой мы отдыхаем. А туда дальше, я говорила, там санаторий «Полтава», там еще другие, детский лагерь даже какой-то есть. Вот наша база отдыха. Она называется вся «Прибой», но она большая. И тут много-много-много всяких разных, как сказать, всяких разных этих пансионатов, не знаю. Ну вот, короче, вот так база отдыха «Прибой». Сейчас утром мы пошли в столовую. Зашли, позавтракали, я с видео сняла. И сейчас подошли посмотреть другую столовую. Алло. Вот. Вот Ваня сидит у меня там уже на лавочке, отдыхает. Вот заходим на базу. Вот справа столовая, слева столовая. Мы вот в той столовой, не знаю, 11 часов покушали. А, да, и я о чем? Я о ценах. Это видео. Ваня съел борщ за 80 рублей, а я съела окрошку за 120 рублей. Ване борщ не понравился, он был кислый и холодный, а мне окрошка очень понравилась. Ну, я, кстати, предлагала ему разогреть в микроволновке борщ, но он не согласился. Ну, вот такие цены. Я уже и там посмотрела. Ваня, с идеалу ждем. Она уже вышла? Где мы были? Ну да, кстати, вот сейчас смотрю, здесь все на 10 рублей дороже, чем в той столовой, где мы были. Ну, вообще цены приемлемые. Большая тарелка борща 80 рублей, половина 50 рублей. Вон, у Михалыча тоже столовая, он туда дальше. Ваня, вон там на втором этаже столовая у Михалыча. Народу много откуда-то. Вот экскурсии. Женщина предлагала, покупайте экскурсии. Ну да. Куда экскурсии? Слушай, на второй этаж я бы хотела в столовку сходить. Вот, вот по этой дороге мы заехали. Вон там повернули направо. И там у нас стоянка машины. Покажу, поснимаю. Посмотрите, кому интересно. Я снимаю это для своего блога. Люди, кто заинтересуется, приедут отдыхать сюда. Понятненько. Ваня спрашивает, ты что, блогер, что ли? Да вообще. Алла, цены на 10 рублей. Это разница одной столовой с другой. Такая жена. И борщик, и котлету по-киевски, и тефтели. А тебе упаковали, да? Конечно. Ты попросила, тебе вот Миша не захотел пойти. Алла купила, и ей упаковали в разовую посуду. Да. Борщ, котлеты по-киевски. Можно пиво взять? Пивасик. Что, литр 150? Да? Литр пива 150 жигулевского.
Дождей давно не было, все везде сухо. Капельного полива не вижу. Розочки мучаются. Там что-то домашнее. Мангал какой-то. Ну-ка посмотрим. Домашняя кухня у Валентины. Такой красивый мангальчик. Или как это, не мангал, наверное, называется по-другому. Возвращаемся. Подождем? Да, конечно. А ты что, это спрятал, что ли, самого? Ну, конечно. Нет, нет. А зачем? Ну, я схожу, потом тебе возьму. Так, а ты взял стульчик? Ты взял стульчик? Да ты что? Подожди, алло, мы сейчас вот сюда вот пойдем, вон там наша улица. А я вот тут вот загляну, вот тут вот рыночек небольшой. Это вот леди. Везде, кстати, прокат велосипедов есть. О, вот сюда Ваня, наверное, ходил вчера на танцы. Ваня! Ты вчера сюда на танцы ходил? Да, Ваня здесь вчера был. Выпил пивка, кружку. Сегодня мне признался только, что кружка стоила 380 рублей. Я, говорит, попросила налить мне пивка. Я не пошла с ним. Я, говорит, попросила кружку налить мне. Он мне налил, потом, говорит, сказал цену. Я, говорит, отказаться не мог. О, кстати, а пойдемте здесь. А где Алла? Ваня, пошли здесь. Вань. Пошли, пошли. Вот это. Алла просто здесь не знает, как проходить. Вот это я утром не дошла сюда. Это вот утром я снимала. Видео есть. Вот еще одна группа в полосатых купальниках. Ваня, иди посмотри бассейн. Бассейн. А я не знаю. Ваня спрашивает, можно купаться? Я не знаю. Да. Пошли. Ты заходи, если что. Ой, а там сидят, кстати, люди занимаются. Ну ладно, мы сейчас с Ваней тогда снимать больше не будем. Просто тихо пройдем и все. Ну все, всем пока-пока.